Давно известно, что чтение – одно из самых популярных развлечений, особенно во время летнего отдыха. За книгой можно не только приятно скоротать день, но и получить нравственный урок. Главное – выбрать правильного автора и произведение. В понедельник курские библиотекари учили этому мастерству горожан. На акции «Доброе чтение» в парке пионеров побывала Ирина Бобровская. «Белый Бим», «Черное ухо», «Муму», «Маленький лорд Фонтлерой». Знакомые многим с детства книги на лето потеснили со стеллажей детективы и любовные романы. Курские библиотекари предлагают горожанам заново открыть добрую литературу. Ведь чтение – это зарядка не только для мозга. «Если читаешь больше книг и добрее, становишься, наверное, добрее». Библиотечный марафон будет проходить каждый рабочий день в разных зеленых зонах города. Премьера акции состоялась в парке пионеров. В тени липы, кленов, куряне укрылись от солнца с книгами признанных классиков и писателей-земляков. Курские писатели учат добру и учат взаимному уважению. Понимать, не вскрывать скорее проблемы отцов и детей, а способствовать взаимопониманию и взаимообучаемости даже старшего поколения, порой у младшего. И это очень важно. Для тех, кто захочет попробовать себя в беллетристике, в регионе работает литературный лицей. Его филиалы есть во всех библиотеках областного центра. За каждым филиалом закреплены определенные писатели, которые действительно реально приглашают детей, юных наших жителей, которые уже имеют и желание, и некий опыт сочинять либо прозу, либо стихотворение. Опытные наставники помогают советами по проработке композиций, характеров, рифм. Но организаторы признаются, теплое время года большинство книголюбов предпочитают проводить на улицах. Летние парки чтения будут работать в городе до сентября. Если кому-то из горожан не хватит книги, они всегда смогут обратиться в любую библиотеку города. Ирина Бобровская, Андрей Дегтярев, телеканал «Сейм».